Так, здравствуйте, товарищи. Приближается время очередного заседания Российского комитета рабочих. Это семинар Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии по рабочему движению. Задача этого семинара, задача Российского комитета рабочих состоит в том, чтобы рабочие из разных городов, с разных предприятий встречались бы между собой и сами обсуждали, что им делать в той ситуации, которая складывается в России для улучшения жизни рабочего класса. А с улучшением жизни рабочего класса связано улучшение жизни всех трудящихся. Немыслимо представить себе ситуацию, что вот у рабочих будет жизнь улучшаться, а вот, допустим, у врачей, у учителей будет ухудшаться, потому что всегда равняется при определении зарплаты на что? Вот на зарплату в реальном секторе экономики. Поэтому это я могу сказать и в отношении там, представителей умственного труда, допустим, педагогов. Ну как поднимут учителям в зависимости от того, как повышается зарплата опять в реальном секторе экономики. Поднимется зарплата врачам, если она повышается в реальном секторе экономики. А если будет повышаться зарплата у рабочих, то это будет означать, что заинтересованы будут в применении машин представители класса буржуазии. Потому что зачем сейчас машины? Это такой дешевый труд, такая дешевая рабочая сила. Поэтому нужно, если больше ямы, больше набрать гастарбайтеров. Меньше ямы, меньше гастарбайтеров. Не надо не применять никакой техники. Не надо никаких шагающих экскаваторов, не надо никаких современных средств. Поэтому это написано еще в «Капитале» Маркса, что вот заработная плата – это граница применения машин. Чем ниже зарплата, тем меньше применяют машины. Чем выше зарплата, тем больше стремление капиталистов к применению машин. Поэтому люди думают, что вот, так сказать, мы повысим зарплату, это повредит развитию нашего производства. Это повредит развитию плохого производства, а технического прогресса, так сказать, развитию, это только будет ему способствовать. Это во-первых. Во-вторых, как вы понимаете, когда собираются рабочие, они обсуждают обязательную проблему улучшения условий труда. У нас вот по-тихому, так, без особого звона, в 2013 году внедрили систему SOUT – специальная оценка условий труда. Суть ее, как выяснилось, состоит в том, чтобы отказаться от материалистического понимания условий труда, когда надо было градусником замерить температуру, посчитать, какая влажность есть для этого специальная аппаратура, какая есть загазованность, запыленность. Какая имеется интенсивность труда, тяжесть, вредные, особо вредные, электромагнитные колебания? Нет, сейчас очень просто. Приходят лицензированные компании, представители ее, которых кто вызывает? Ну кто? Работодатель. Платит им деньги, чтобы они пришли и замерили. А это если я плачу деньги за то, чтобы замерили, какие у меня условия труда, как условия труда, они уже будут выглядеть лучше. Мы даже знаем в целом по экономике, как только перевели статистические наши, статистическое управление в подчинении Министерства экономического развития, сразу наши немножко темпы роста подскочили без всяких изменений в производстве. Это совершенно понятно. Поэтому, что мы получили, вот если взять, допустим, горэлектротранс Ленинграда, там, где были вредные условия, они не вредные, где особо вредные стали, просто вредные, а, соответственно, не надо 5 дней к отпуску давать, не надо молоко давать, там уже, если вам не вредная работа, зачем тогда? Вот женщин, если раньше считалось, что вот их не допускать нельзя на такую работу, она очень вредна для женского организма, и деторождаемость от этого страдает. А теперь она полезная, давайте. А если потом будут какие-то проблемы, связанные там, с родами, или с тем, что очень сложные получаются случаи, или дети рождаются не вполне здоровыми. А это, как говорится, уже дело в прошлом, это, так сказать, требование к медицине. А дело не в медицине, а дело в том, что происходит до этого. Поэтому рабочие, когда они собираются, они эти вопросы обсуждают. Это единственное место на Земле, не только в России, но и на Земле, где встречаются рабочие с правами решающего голоса. Никто, кроме рабочих, правом решающего голоса на этом вот мероприятии права голоса не имеет. Я там вот присутствовал регулярно, как консультант Российского комитета рабочих. Там есть другие консультанты, профессор Казионов, кандидат экономических наук, товарищ Дегтярев, простите, кандидат медицинских наук, товарищ Дегтярев, это доктор экономических наук Мазур,
Это Александр Владимирович Золотов, тоже доктор экономических наук, профессор. Все эти консультанты, они консультанты, то есть они могут высказать, дать свои советы, рассказать что-то, пояснить рабочим, а решать должны рабочие на заседании Российского комитета рабочих. Это кого-то удивляет? Вот я, например, не удивляюсь, если я попаду на съезд композиторов, а я не композитор, то никто мне ведь не даст решающего голоса. Или если я попаду на съезд художников, а я могу только точка, точка, запятая, минус, роль согревая нарисовать. Я буду там требовать права голоса? Нет. Но как-то вот как только начинается, идет речь о рабочих, так начинают себя записывать в рабочих. Кто только в рабочие себя не записывает? Какой-нибудь инженер, допустим, очень хороший, спрашивает. Михаил Ильич, я инженер, я рабочий или нет? Я говорю, ну вы же инженер. Чего вы спрашиваете? Ну инженер, это разве плохо? Это человек, который соединяет науку и производство. Человек, который приспосабливает науку, оторванную, в общем-то, от производства, к тому, чтобы она вошла, наконец, в это производство и преобразовала. Это очень важное дело. И вы хотите из инженеров куда-то убежать и сказать, я просто рабочий. Да ты не просто рабочий. А рабочий, который непосредственно производит материальные блага, он же имеет, значит, определенное количество управленческого персонала над ним. Но это разве не нужные люди? Потому что если речь идет о кооперации, кооперация, говорил Маркс, такая форма труда, при которой много лиц работает в одной, или планомерно работает в одном, или связанных между собой процессах производства. И эта планомерность чего требует? Она каждый непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, писал Маркс, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Надо ценить и управленцев, и инженеров, и ученых, которые непосредственно ничего не производят, рябчики у них не выскакивают изо рта, но без науки, без инженеров, без управленцев ни современное производство не существует. Но есть люди, которые непосредственно все эти задумки осуществляют, поскольку вот есть станок и есть он. И он выпускает. Поэтому это вот конечная точка, и надо всех видеть, что вот конечно, если это рабочие не сделают, то чтобы не предшествовало, начиная от науки и кончая инженерной подготовкой, мы богаче не станем. Поэтому мы должны роль рабочего класса понимать, не записываться в него, а помогать ему и советам, и делом, и помогать его организации. Это дело, ну, образованных людей. Вот образованные люди, такие как Ленин, Сталин, Маркс, Энгельс, они помогали все время рабочему классу, но вот такого никто не слыхал было, чтобы они себя записывали в рабочих. Поэтому это совершенно нормально, и вот надо сказать, что это единственное место, где рабочие сами решают, что им нужно делать, как представителям класса и как классу, для того, чтобы улучшить положение в России, в том числе и свое положение, потому что это неотделимо. Вы не улучшите положение в России, если будет продолжаться то, что уже продолжается 3 года. 3 года продолжается сокращение реальных доходов. Ну и с этим соус, считайте, с 2013 года идет ухудшение условий труда. Идет увеличение рабочего времени, хотя, используя право на забастовку, трудящиеся строго по закону могут во время забастовки установить себе график забастовки такой: 6 часов работаем, 2 не работаем. Это называется частичное прекращение работы с целью достижения каких-то требований. Частичное. Зачем полностью прекращать работу? Зарплату получаете, но чуть поменьше. В рабочее время уже короткое, 6 часов. Но это надо делать, это серьезное и сложное дело, чтобы выполнить все требования закона, чтобы эта забастовка была тем коллективным трудовым спором, который прописан в Трудовом кодексе России. Я имею, так сказать, большой опыт общения и с профсоюзами, и с представителями трудящихся, и должен сказать, не читают, как правило, не читают, не знают закон. Особенно это ярко вот выражается в том, что говорят, нам не выплачивают зарплату. А в 142 статье Трудового кодекса расписано, что делать в случае, если тебе не выплачивают зарплату. Ты пишешь бумажечку о том, что я приостанавливаю работу до выплаты зарплаты, добиваюсь того, чтобы эта бумажечка дошла, чтобы было подтверждение. Если не берут, то по почте отправляю с уведомлением о вручении заказным. И после этого, как оно получено, и жду, когда мне на блюдечке с золотой каемочкой несут зарплату. А до этого времени я могу и на рабочем месте не находиться, а могу находиться на рабочем месте и читать «Капитал». Как бороться с теми, кто не выплачивает зарплату. А если мне говорят, что ты не работаешь, я вот как только поем, так буду работать. И строго по закону.
Нет, говорят, мы, говорит, бастуем. Все тут бастовать не надо, это просто вы имеете право приостановить работу без всякой забастовки, без всяких процедур. Но люди этого не знают, как правило, не знают, и они поэтому начинают это рассматривать как такое вот дело, что нужно бастовать, да нужно тогда это, значит, требования выдвигать, ничего не надо. Это же договор трудовой, мы договорились, я трудиться буду, вы будете платить зарплату. Вы не платите зарплату, я не работаю, что тут непонятного? Это нормально совершенно, это нормальные отношения. У нас не принудительный труд в нашем буржуазном обществе. В российском, непринудительный, что и выражено вот в 142 статье, во-первых, а и во-вторых, в том, что право на забастовку, которое в Конституции есть, в Конституции Российской Федерации. Ну вот, это некоторые вопросы, но что обсуждать рабочим, они сами решают там, они слушают всякие советы, но сами они решают, сами принимают решения, и поэтому ничего вот более такого важного, более важного события. Я считаю, это событие даже более важное, чем выборы президента, намного. Потому что выборы президента – это вопрос о том, кто будет. Мы даже примерно знаем, кто будет продолжать осуществлять власть. Сейчас об этом не будем говорить. А что касается, вот, что будет делать рабочий класс, ну, рабочий класс должен, между прочим, сам решать, что ему делать. А если он продает свою рабочую силу, то кто должен повышать зарплату? Ну, тот, кто продает, продавец рабочей силы или покупатель. Если я покупатель, то я не буду повышать цены на то, что покупаю, правильно? Значит, это задача тех, кто продает. Но если вы в одиночку продаете, конечно, никто у вас не купит рабочую силу по такой цене. Значит, это надо делать монопольно. А что такое монополия? Это профсоюз, профессиональный союз. Это объединение рабочих всей страны, это общероссийское требование, общероссийская практика и так далее. Но чтобы она была общероссийской, надо встречаться, между прочим, и брать пример с буржуазией. Она встречается, у нее есть союз промышленников, предпринимателей, форумы такие, форумы сякие, и она договаривается, какую зарплату ставить, чтобы, так сказать, можно было получать миллионеров, миллиардеров. Я в качестве иллюстрации хочу сказать, тогда как за 3 года у нас сократилось реальное содержание зарплаты и стало на уровне 92,5% от 2013 года, и доходы уже граждан, то есть включая и пенсионеров, и студентов, на уровне 90,5% от 2013 года, а в 2016 году число процент долларовых роста долларовых миллионеров составил 10%, а долларовых миллиардеров 11%. А недавно я вот на этой неделе прочитал о новых успехах нашей буржуазной экономики, что вот за 2017 год, свежайшие сведения, обнародовали, самые свежайшие, вот количество тех людей, которые имеют 500 миллионов долларов в России, имеют 500 и выше, выросло на 22%. И после этого вы будете доказывать, что у нас плохая экономика, вот для таких людей, которые богатеют, очень даже хорошая экономика. Но для рабочего класса, конечно, она плохая. Ну, такой рабочий класс должен об этом подумать, если он не хочет понять, что вот освобождение рабочего класса, дело рук рабочего класса, все ждет, когда предприниматели о нем озаботятся. Да и даже вот из предпринимателей. Некоторые прямо говорят, ну, надо же профсоюзы, что вы потребовали, ну, мам, ну нам просто вот, никак мы не можем повысить зарплату, это против нашего существа идет. Вы требуете, тогда мы уже сдадимся. Ну, а если вы же не требуете, как мы будем продолжать? Короче говоря, значит, советую товарищам зайти на сайт Фонда рабочей академии, там написано прямо на лицевой стороне, на главной странице, приглашение на заседание Российского комитета рабочих, пожалуйста, приезжайте. Никакой партийности от вас не требуется. Любые рабочие, какой бы они партии ни принадлежали, или тем более ни в какой партии не состояли, этого критерия никто не выставляет. Пожалуйста, приезжайте. Что для этого нужно? Для этого надо, чтобы вас делегировали какие-то рабочие, не менее 3 человек. Напишите слесарем и Иванова направляем, а вот Петров, Сидоров и Тимофеев, такие-то, и Мерек, направляете, и пусть подпишутся. И вот с этой вот бумагой вы приезжаете, вас поселяют.
Вот, и вы будете участвовать в заседании с правом решающего голоса. Но если вы, у вас даже трех человек нет, которые у вас делегируют, ну, понятно, что вы тогда не делегат. Тогда вы можете только проситься в гости. Но гость должен тихо сидеть и помалкивать на этом заседании. Это тоже интересно и полезно. Некоторые такие бывают, приезжают поглядеть. Но вообще-то лучше поехать с правами. Так что если вас не нашли трех человек, трех рабочих, которые вас делегируют, ну тогда что ж это за организация такая рабочего класса? Где его сила тогда, где, если я не нашел трех человек? Вот я вот трех ученых точно найду, которые меня делегируют. Хотя у нас более, так сказать, мы распылены, более индивидуальный такой труд. Но рабочий-то уж неужели в цеху нет? А если это люди не из цеха, а просто истопники в Академии наук, ну это другой вопрос. Там, может быть, и не найдешь никого. Или все боятся. Но если уж такой стал пугливый рабочий класс, как же он сделал революцию? Или как он собирается делать революцию, тоже непонятно. Ну кто вот будет делать это? Это освобождение рабочего класса, есть дело рук рабочего класса. Но это дело рук не такое, что раз и что-то сделать. Надо организоваться, сплотиться, сорганизоваться, выработать единые позиции, единые цели и добиваться их. Нам обеспечена демократия, мы находимся в демократическом государстве, никто вам не мешает, не надо рассказывать. Это вот люди, которые просто нарушают законы, вот они всегда кричат, им не дают, их не пускают и так далее. Пожалуйста, собирайтесь, обсуждайте. Ничего, стекла не бейте, не кидайтесь на полицейских, и все будет хорошо. Мы не видели, уже эти самые заседания Российского комитета рабочих проводятся с незапамятных времен, с 90-х годов. И ни разу никаких не было никаких событий, никто нам не мешает. Никто не мешает тем, кто спокойно организовывает защиту своих интересов. Нет такого у нас, не надо. У нас много недостатков в нашем обществе, у нас вполне демократическое общество. Надо использовать эту демократию для организации. Все используют, и рабочий класс должен научиться использовать. Желаю всем успеха и передаю приглашение от оргкомитета для участия в заседании Российского комитета рабочих 31 марта, 1 апреля.